то есть упершись на его раму, поставив ногу, вылез, получается, тогда на его это, длинный нога, ногу поставив, вылез наружу. Угу. Такое у нас получилось. А джаз... А кто? Что, я все читаю, что да. Я что, ведущий, да, ведущий, да, этой, да, банкета. Да. Хорошо. Аджасту маджано маджане асакридану бхуя мритах. А значит, здесь у нас козел умер. Это козёл же. Козёл же. Ну, но. А мы перевели как но. Ну, так как ту в конце его... Какое слово же? Же. Почему я говорила, почему но? Почему но, да. А что мы решили, что но? Не помню. Же. Мы, да, не услышали вопрос еще, да. А вот здесь составное вот это слово, с которым мы... Он же умер. Уже умер. Он же... Козёл же умер. Маджано нмаджане. Это вот это вот составное удмаджане и маджан. То есть мы взяли как погружаясь и всплывая. Да, ныряя. Ныряя, всплывая, погружаясь. Ну, то есть, да, да, туда-сюда, вот это вот. Не раз выполнив вот это всплытие погружение, умер козел же. Не раз вот туда-сюда, да, погружаясь, да, умер. Да. Так мы перевели. Да. Единожды, да? Нитих. Нитих прайоджана мануд дишья на мандопи правартате ити сарватра дришьяте. Нитих – это мудрость. Мораль. Мораль. Ну, то есть, да. Басня. Мораль. 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 Сей сказки. Мораль сей сказки. Дришьяте. Ну, сарватра дришьяте. Всегда видится или видимо. Да, да, или как правильно? Наблюдается. А, везде, всегда, да, повсюду. Повсюду наблюдается. Повсюду. Дришьяте или дишьяте? Дришьяте. Наблюдается. Так, я не понял. Нет, вот, вот это проёджана. Ну, сейчас мы вернём. Проёджана – это необходимость. Необходимость. А как слово, а как дальше переводится? Не только но необходимость, но и цель. Указывает на цель. Проёджана – это еще и цель, да? Да. Потому что вот всегда вот при... Когда излагается шастра там какая-то, в ней там говорится абхидхея, проёджана и... Ну, то есть, как бы цель написания, самбандха, средство. Средство. Да. Средство. Ну, вот, и прайоджана – это вот как бы цель написания, ради чего написано этот трактат. Прайоджана. То есть, это юджа, это соединение, да, и прайоджана, да, как бы соединение. Да. Применимый. А, вот, да, юджана, применимый, да. Да. Я с какими-то суффиксами видела юджа, когда дается как применительный, да, применимый. Да, прайога. Прайога. Да, вот, где я думаю. Прайога – это вот как раз прайога, ну, в ритуале прайога – это вот как бы способ выполнения, цель, на что направлена. Там сарва камартхам сиддхартхе, там, допустим, для обретения всех целей. Вот. Дальше. Применение. Вини-йога. Применение. Вини-йога. Да, и вини-йога тоже, и вини-йогах, а везде там этих, да, сутрах, да, как раз. Да, 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 да. В той же Адите Хридаята, в вини-йогах, да, точно. Так, и не здесь только, у нас... Это вообще к любому... К любому применению. Мантрическому тексту обязательно вот это вот дается, удара там, так сказать, это называется. Вот это вот манудишья. Там часть это что? Так. Прайоджанам анудища. Прайоджанам ану, здесь, да, приставка дишья. А вот дишья... Направлять. Анудища указывает. У меня написано указывает. Указывание, да. Направляется, указывает. На мандопи. Правартате. Этот манду это медленный, да? Медленно было у нас медленно. Медленно же. Что-то опять же.
Нет, не идти, а апи. Праварататы. И праварататы мы же убрали. Это же это, поворачиваться. Начинать, начинать приступать, да? Да? Нет, это не приступать, это мы уже записали, сейчас, секунду. Где-то, наш... где-то мы записали, где-то на этом. Приходить в движение, возникать, появляться. Да. Проварта. Находиться. Находиться, вот, да, находился. Где-то у нас было проварта, да? Мы вчера этот вот мы разбирали, да? Подлежащего нет, поэтому немножко так смущает. Да-да-да. Кто из них чего делал, да? Угу. Кто на ком стоял, да. Ну, подлежащее надо тогда в круглые, ой, в квадратные скобки сесть. Выбирать, вносить. Вносить, да. Так, в итоге что мы учились. И что у нас в итоге? Тамара, если убрать руки от рта, если выпрямить и открыть рот, потом звука будет еще более убедительным. Мама так всегда говорила, да? Это уже привычно. Так, и что? Сейчас Тамара. Что Тамара озвучила? Я просто предположить хотела. Хорошо, что, да? А то все один если... говорит. Да? Следуя цели, немедленно же, не колебайся. Направляйся. Как бы человек, который стремится к цели, ну не спеши, ну, не колеблется, да, не медлит. Ну, то есть, ну, то есть у него есть, то сразу туда. Увидел возможность, воспользовался. Да, то есть, да, то да, есть да. Смысл, наверное, да. Да, не, да. За, увидев цель, не, ну, немедленно. А можем ли мы как-то перевести вот дословно? Потому что вот эти дословные переводы всегда иногда... Не, а вот цель сарватран дрищи это совсем о другом. Вот. Идти дрищи яте, это как завершение получается. Да, да, да. Всегда, ну, видимо, это видимо, типа да, значимо. Это наблюдается, ну повсюду это наблюдается. Известное наблюдается. Очевидно, как мы говорим, это очевидно. Очевидно. Это как, да. Это очевидно. Философское обобщение того, что мы сказали. Да, это вот идти дрищи яте, это как окончание к предложению, типа вот все это и видится. Да, все это видится. То есть мы можем как такое как бы размышление, ибо тот, кто стремится к цели, идет немедленно. Да, не медлит, да, как бы, да? Ну, немедленно. Да, не колеблется. Не да. Колеблется. Это наблюдается нами повсюду. И это очевидно, это очевидно. Это очевидно. Да, везде. Это всегда видно, да, сарватра. Везде, всегда, везде. Везде. А последнее мы не перевели. Парахитая ятаманаха пурушах виралах. Вы успели перевели? Да, у нас был мастер. Уже с тебя все? Последнее предложение я прочла, которое не переведено еще. Ждем, да? Парахитая. Парахитая был дательный падеж. Ради другого. Ради другого у нас был. Ради другого, правильно. Парахитая. Я просто вам все, что вы сказали. Правильно. Да. Я думаю, есть тут ради не только другого, а чужого там, например, можно перевести. Чужая жена. Парастри там. Чужая женщина. Парастри. А ятамаха тогда дальше? Ятаманаха. Ятаманаха. Ятам. Ну вот как раз движущиеся, стремящиеся. Стремящиеся. А это составное слово? Тут с суффиксом ятамана. Ятамана, да, то есть буквально стремляющийся, идущий. То есть это вот от ята. Ята, да. Ята. Парушах, это человек? Люди, да, во множественном числе. Во множественном числе. Плюралис, да. Потому что долгое «а» на конце, да, окончание, да, да, номинатив длительное. Ну и здесь тоже, это «мана» тоже во множественном числе, это
стремящиеся люди. Виралаха. Ну вот, видите. А вот смотри, тут есть вот в Шабдарте Вирала. Есть дано. А, и, по крайней мере, я как бы увидел тут вот. Вирала. Вер, нет, нет, не Вера. Не Вера. Где тут? Вот, Вирала. Альпа Санхякага. То есть недостаточное число, недостаточное количество. Ну, мало. Мало их. Мало. Да? Вот. Альпа Санхякага. Санхи это число, перечисление. Санхи, да. Да, альпа значит мало. Недостаточно, мало. То есть таких людей все-таки мало, что ли, получается? Да. Недостаточно. Да, нет, которые, нет, которые стремятся ради других. Ради других. Вот ну, тут да, мораль такая, другого. Что для себя ради человек стремится, а для других как-то не очень. Ради другого стремится мало людей. Да. Так я и знал. Так я и знал. Ну, все под себя гребут, в общем, как вот так вот. Да. Да, это все. Это все. Тогда прошу Ирина. Ирина, озвучить еще раз полный перевод. Все вещи. Все вещи. История козла и шакала. Если что, помогайте, если я зависну. Значит, какой-то шакал вышел по ньям, потом вышел, пошел напиться к озеру. К какому-то озеру. Желая напиться, пошел к какому-то озеру. Там Дурдаева сад. Произошел несчастный случай. А, Таш, спасибо. Ну, Таш, меня суфлируйте. Там произошел несчастный случай. Он по причине как бы плохого неба, плохой неудачного, да, плохого проведения, да. Такого, Дайва. То есть судьба. Дайва это, да, все-таки вот мы вчера спорили, это типа не боги, но все-таки небо. Нет, судьба. Это судьба. Причем это вообще как бы в архаическом это было вообще такое абстрактное понятие Дайва. Именно что судьба. Она даже, да, которая была в противоположность карме. Дайва это вот то, что мандат неба. Вот почему, вот, почему вот одному там хорошо, другому как-то не очень. Ну, как бы неравные стартовые возможности. Карма это твое накопление, Дайва это типа божественная воля какая-то. Да, да. И она тут плохая была, божественная воля. Да, типа. Да. Мандат неба. Это не его карма была, а плохая воля судьбы. Получается, да? А вы не могли бы еще раз повторить Дайва противовес карме? Карме, да. Карме. Угу. Вот. То есть карма там всегда известно, что у ней как, какой-то механизм, а это вот. Причинно-следственная связь. Да, причинно-следственная связь. Карма, да, карья карана картритве, хетур прокрити ручатве, да, вот. То есть в деятельности и в причине следствия прокрити является, ну, как бы. Связанное с этим. И дальше говорится, пуруша сукхадукхана боктритве, хетур ручатве, а пуруша в отношении причины и следствия, это вот как бы наслаждающийся. Угу. В страдании и в радости. Да. Вот. Причем опять-таки само слово дукха, вот как бы его небо опять. Все плохое небо. Сукха это благоприятно чистое небо. Так это все-таки есть, это не игра частей. Да. Есть хорошее и плохое небо, сукха и дукха. Ну ты правильно, дождь не идет, все хорошо. Да. Небо хмурится, все плохо у тебя. Дождь идет, и все, плохая непогода. Логично. Вот. А вашата это вот облетив такой ваша, вот как бы под вот, это вот влияние. Из-за влияния, там по воле, там, из-за власти, там вот плохого. Под влиянием, как бы. Да, под влиянием плохого
как говорится, плохой судьбы, плохого. Злой дня. Рок или как? Да, 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 вот рок. Дайва, дайва, да, это вот как раз вот рок. Злой рок. Хорошо. Значит, он Джале Данташ. Джале Нимья Нимачат упал. Да, а он в озеро, да. Собственно, и упал. Упал в озеро. Он упал в озеро. Потом воду. Воду, да? А, Джале, ага, воду, да, воду. Упал в воду. Потом пошел наружу. Нергантун Тена. Значит, им. Потом пошел наружу. Не пошел. Не пошел он еще. Предпринимать попытки. Ядно усилие. А, им. Да, множество. Им множество. Им были множество стараний вот этих ядных и действий. Сделано. А, предпринято. Предпринято. Много действий, да. Чтобы выйти, угу. То есть снова и снова, да. Диапи, да, чтобы выйти. Угу. Хорошо, и потом, значит, здесь, значит, подойдя к нему, подошел к нему козел. Некий козел к нему подошел и спросил его, какова водичка. Да? Какова водичка? Сладенькая. Водичка сладенькая? Так спросил. Важно, чем мадурам может быть как бы сладкий и вкусный. Шакал в ответ ответил. Как? Как объясню тебе сладкое, вот так, mm-hmm. да? Как скажу сладкое? Матхурам сладкое и тиким водам. Как объясню тебе сладкое? Как тебе скажу сладкое? Это, и начинает объяснять, как? Это единственный нектар. Да. Это как нектар. Прямо это вот сплошной нектар. Сплошной, да? Кивалом. Кивалом. Угу. Сплошной нектар, да. Этот, так, значит, таким напиток мне, ничего, да, ага, не напиться мне таким напитком, не этот, этим напитком, да, этой водой, вот вчера мы обсуждали, да, этой водой мне, не утолить жажду, да, водой прямо. Желание как бы не проходит, да. Банчха на не варта. Не может напиться, мне кажется. Да, не может напиться. Это надумано. У меня. Значит, так. Хатун. Это что хатун? Чуть громче. Ага. Что хатун у кого? Хатун? Вот так было, нахам. Не я. Значит, я не могу покинуть эту воду. Я не могу покинуть это место, не могу покинуть эту воду. Да. Вот. Желание, да? Не возникает желание покинуть, чтобы. Не возникает желание, да? Написали. Ага, да. Вот, значит, это ценный козел. И это сказав, козел прыгнул в воду, например. Нишамье, вот Нишамье, что такое Нишамье? У кого есть что-то? Нишамье. Дословно что? Нишамье, да, мы так и не. Аджах, понятно? Вняв там можно так перевести. Вняв, уяснив там. Вняв, ага. Сказав вняв. Это, наверное, козел. Вняв, скорее. Кто? Говорил шакал, да? Ну, услыхав, как бы восприняв. Да, или да, как да. Вняв. Да. Вняв, да. Вняв. Вняв. Этому, да. Козел прыгнул в воду. Тогда же шакал его длинный, значит, на его длинные рога ногу уперев, наружу и вылез. Хорошо. Вышел. Но козел. Же. Значит, козел же, то всплывая, то погружаясь. Ага. Умер. Умер.
умер. Не раз выполнив вот это там... Пережив этот опыт не раз, да, пережив многочисленный опыт погружения. Неоднократно барахтаясь в воде, все-таки он умер. Все-таки он умер. Это жизнеописательное предложение. Жизнеописательное. Не единожды. Иронично-трагическая сказка. Все умерли. Ну вот. Мораль. Значит, следуя цели, ибо следуя цели, не медлит человек, например, или, да? Человек вынесли за, да. Ибо когда человек стремится к цели, он не медлит, он не колеблется. И это наблюдается повсюду. Хорошо, и пара хитая, значит, ради другого, мало ради другого стремиться людей. Да? Мало есть людей, которые стремятся ради пользы других, чужого, ради чужих. Спасибо. Ура! Здорово, да. Молодцы. Мы молодцы. Спасибо. Теперь начинается комментарий. Так. У нас есть словарик Шабда Артха, который я прошу Олега прокомментировать. То есть слова, которые вы уже разбирали. Так, я хотел бы, чтобы вы еще раз на них посмотрели, и чтобы Олег рассказал, вот, как он видит. Что еще? Вот этот текст, он же тоже многослойный. Слова, они же не только про козлов, они же вообще встречаются в других книгах. Про коров и бычков. Артха, вот это может быть. В метафизическом смысле. Да, в метафизическом. А что, тут прям первое же слово уже метафизическое. Скажите, а какая страница? Шабда, от какого города? А? Кто знает? Шабда. У вас есть словарь Науэр. Там есть шабда, чуть не написан какого корня. То, что Олег говорит, у вас все есть в книгах, вы только их еще не открывали ни разу. Уже раз только гладим. Ладно, подсказывай, она ищет это немедленно, ты подскажешь. Шабда слово, речь. Шабда слово, артка цель. Да, значение. С этого начинается. Вот есть такая замечательная книга философа и поэта Бартрихари, которая называется «Вакьяпадия. Учение о речи, о слове». Вот. И там вот начало такое, дай бог памяти. Анади нидханам брахма шабда таттвам яд акшарам. Вот, то есть и безначальное вместилище всего брахман, который есть шабда татвам яд акшарам, который есть сущность шабды, слова, речи. Вот. Ниварте артхабхавена пракрия джагату ятага, из которым через артху, через значение, через смысл пракрия джагату ятага осуществляются, происходят все процессы во Вселенной. Вот такой вот. Ну и в Спандакарике есть еще такой текст. Вот именно тут прям вот так. Тасмат шабдартха чинтасу. То есть в шабде, артхе и в чинте, то есть в уме, в сознании. Насавастхам наяшивага. Нет состояния авастхам, да, наяшивага, которое не было бы шивой. Вот. Боктаева богья багена сада сарватраста ститага. Вот, то есть через восприятие, через вкушение и через вкусителя сада сарватра самскитага, он всегда и повсюду пребывает. Вот, то есть в речи, в смысле и в сознании. Вот шабдартха. Вот там простой подзаголовок в пересказе басни на простом санскрите. Можно еще 2 часа про один подзаголовок рассказать. От какого глагольного корня любовь? Тут глагольная форма не указана, но указано только перевод, что это шум, звук, крик, вой, рев, голос, слово. Олег, помнишь корень? От шабды. Шабды. Есть там слово шептать? Шаб. Здесь шаб. В кнауре нет. Шаб. Шептать. Шепот. Ну, другой еще корень шептать, который нам более известен, это джап. То есть
Джапа. Джапа. Да. Джапа, ну вот это вот повторение мантры, там, да, рецитация мантры. Вот. Причем, опять-таки, в «Безумной Нерукте» они там расшифровывают как джайпа, то есть, то, что защищает то, что рождено, вот, то, что порождается. Это как название «Безумное» что? Нерукта. Это мой термин, это мой... Это нерукта, но он уточняет, Олег, что она просто невозможна, она немыслима в нашем ежедневном восприятии. Это надо подключиться к каким-то изменяющим сознанием системам. Да. Ну, хотя бы. Итак, какие там синонимы приводятся? В смысле? Вот к тем словам, которые мы уже прошли. Список у нас слов. Ньямаджат. Находим в тексте слово. Ага. Ну тут вот в общем все как доступно написано. Как это слово устроено? Через какой синоним предлагается перевести? Вот. Через агачхат. Вот. Вошел. Джалиантага. Зашел. Сколько есть способов войти? Вот какие слова используются для войти? Вот здесь войти. Виш. Виш. Отсюда слово вишну происходит, проникающий, входящий. Вишате. Вишате таданантарам. То есть входящий, тогда он входит внутрь. Вот. Виш. Антах. Антах. Антаргачхати. Я не вижу пометку ручкой или карандашом в тексте. Как будто бы вот вы помнили так же хорошо, как Олег, все эти места. Потом будете хлопать глазами. Какой классный Олег. Так вот оно, что я тут, это все помечено 10 раз. Да. Вот оно. Это ваши навыки. Вот. Тава. Ньямаджат. 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 Погрузился, да, настал. Это из темы не яма. Яма не яма. Не. Не тати. Не. Здесь... Не да. Маджат. Идем дальше? Идем дальше. То есть джали, ну тут понятно, очевидно, да? Джали антаха гачхат. То есть в воду внутрь в зашел, да. Ниргантум. Вот. Тут выйти. Как раз тут да. Бахир. Да, да, тасмат бахир кантум. Да. Из нее наружу выйти, да. Да, гантум, выйти. Чтобы, да, 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 тасмат, поэтому... Поэтому. Ну, тут двойное, может, значение, тасмат, значит, поэтому и оттуда, из нее, из... Да. Да, тасмат баги. Это от него по причине. Ну, другой там, как пурушсукти. Тасмат вират от джаята, да. Из него родился с пуруши, имеется в виду. Вот, родился вират. Космическое проявление. Вираджу от гипурушага. А от вираджа опять пуруша. Вот. Угу. Тасмат баги гантун. Бадви проятна тага. Напрасные усилия, банья. Как еще инфинитив вот используется вот именно вот в переводе на русский? Потому что вот в русском у нас инфинитив это как бы вот основа, да, то есть, как мы говорим, делать, что-то делать. Вот там вот с восприятием инфинитива иногда возникает, вот, ну, лично у меня затруднение, не знаю, может, у никого нету больше проблем. Нет, ну в каком слове? Сейчас мы поддержим, в каком слове. Я с контекстом. Именно гантум. Ну вот здесь мы это чтобы. То есть мы как бы какой вопрос для себя на русском должны задать, чтобы передать более верно и корректно перевод, значение того, что здесь использовано. То есть вот эта вечная проблема наложения, то есть родной язык он всегда мешает, по сути, восприятию. Ты ищешь все время аналог, и вопросы, и вот эти временные формы, они вечно не совпадают. На эту тему мы с Циркиным долго общались. Предлоги слабо развиты в санскрите. Да, вот предлогов нету, и вот мы теряемся. Ну, за счет флексии исключительно изменения слов.
То есть мы как бы должны подобрать наиболее подходящую русскую форму для того, чтобы передать как-то вот этот перевод. Да, да. Поэтому тасмат, значит, из нее, из нее, в смысле, из воды. И также можно перевести и поэтому из-за этого. Идем дальше, Олег. Дальше. Вангья проятная. Вангья проятного. Проятное усилие. Все в сутре есть такое, как бы. Сутра такая. Проятная садака. Упорный садака, упорный практик. Условия. Как раз матрика чакра самбодха. Осознавание матрики. Мантры. Нишпхала. Бесплодный. Лишённый плода. А, лишённый плода. Пхала, да? Винья проятна. То есть, ну, как бы, усилия, напрасные усилия. И тут, теперь, это бесплодное усилие. Бесплодные мы вчера и перевели. Неудачные. Дальше. Пратьябхасата. Ну, прати, это значит напротив, бхашата сказал. Ну, пратьюттарам ададат. То есть, за, да, ответил. Уттарам – это ответ. Ответ как будто… Не просто ответил, а на что-то ответил. В ответ на ответил, так. Ответил в ответ. Да. Так, пьющам эва, амритам эва. Ну, здесь, по-моему, очевидно. То есть, как бы, два синонима. То есть, пьюша, питье. Такое вот нектарное, амритам. Что такое амрита? Амрита – это напиток бессмертия, в общем, как бы. Амрита? Да, как, то же самое. Да, да, то есть, бессмертное то же самое, что вот в греческой амброзии, правильно, то есть напиток богов, которым... В каких текстах пьют амброзию? Ну, как бы, в этом самом, во всех, начиная свет. Да, чтобы амриту добыть. Но она там, опять-таки, в зависимости от контекста, иногда просто бессмертное, вот так вот, ну, как вообще, как абстрактное такое. Неуничтожимое или что-то такое неприходящее. Вот. Как опять-таки в той же Пуруша Сукте говорится Сарвани Бутани. Ага. Пада Сарвани Бутани, три падамри там диви. То есть одна часть его Пуруша это все живые существа, три остальные части это бессмертное в небе. Вот. Амритам диви. Так, ладно. Пьющам. Пьющам это такое более позднее, как бы уже из лексикона такого как бы классического санскрита. Амрита, да, это еще в ведах встречается. Так. Хату? Отбросить, как бы отставить, отложить. Ну и в этом же вот как раз вот самое, что есть. Просто как бы вот в левой колоночке, скажем так, более редко встречающиеся формы, а в правой колоночке вот прям вот прямые такие вот прям,
скажем так, наиболее часто встречающиеся. Объяснение. Да, да, да. Переворачиваем страницу. Какое следующее слово? Утсаге. Как мы переводили в тексте? Не слышим. Светлана не слышит. Тамара? Не слышу. Сам поддерживать, быть в состоянии. Нет? Мы как-то это перевели. Это было. Уцахе он. И третье лицо это мы брали как глагол. Уцах. А тут видите, чхами. То есть я хочу. Не в силах. Да. Не в силах. Не... Где? Я хочу. То есть не третье лицо. А первое. Да, да, да. Не проблема. Да. Подогнать. Сейчас Утсахан. Первое. Утсахан. Где-то здесь. Утсаха. Тогда просто Утсаха. Утсаха. Тогда первое. Я хочу. Первое лицо. Да, то есть. Я намерен там, да, вот такое вот. В этом случае. Записали? Я стремлюсь, намереваюсь. Ну и, соответственно, ичхами я хочу. Хочу, в смысле, намереваюсь. Да. Какие еще есть глаголы для хотеть? Ванчха. Ванч. Кам. Желание. То есть желать, да, я желаю кама, да, кам, камаями, камаями, да, желаю, ванчха, да, ванчхами, то есть я хочу, желаю. Записали? Который не ванч туда не подходит? А? Тоже поджелать ванч. Вот здесь вот, тут же было, по-моему, с этим словом встречалось. Да. Да, ванчха, ванчха это вот именно желание. Вот такая ванчха у меня, вот такое желание. Дальше. Вот. Это известная такая мантра есть, тут вишнуиты друг друга приветствуют, они там складывают такое там. Ванчха кальпа карубьяшча. Вот. То есть хочу. Вот я хочу кальпатару этим древом желания вот, крипасингубья эвача, то есть которые являются океаном милости патитанам паванебья, то есть спасителем падших вайшнавебью, вот всем вайшнавам намо намаха, поклонение. Хочу выразить им свои поклоны. Там, вот, так. То есть ванчха, я хочу, есть желание у меня. Ванчха, как подарок. Получается, эр там такой лишний, что ли? Где? Где лишний? Да я почему я не вижу карандаша в твоих руках? Ради у кого-то. Я хочу. Не, ну почему? Я это не хочу, нахам, саге, я не намереваюсь, это там я, нахам, да, нахам, да, да, это вынести, ну, как бы, оставить это, да. Вот это атхантум, нахам, саге, то есть я даже не желаю этого вообще, не намереваюсь, отлично. Не намерен я это оставить. Следующее слово? Так, нищам я. Вот мы об этом говорим. Шрутва. Просто я говорю, вот в правой колоночке вот все вот там синонимы, которые чаще встречаются, чем в левой. Поэтому они... А в левой встречается то, что было в тексте. Да, в левой то, что в тексте. Так.
соответственно, посложнее. Посложнее, да. Ну, как не совсем сложно. Ну, не совсем сложно. Потому что оригинальный хитабатэшный, там, любой извод, он еще сложнее. Да. Соответственно, здесь такой средненький вариант. Да. И не примитивный, это то, как что... самскрит бхарати, но и не сложный, как жанр кави, то есть получается такой средненький. Средненький. Это то, средненький. Это то, что называется, как это, адаптированный. Да. Адаптированный. Да. Как в одном... Ну, как бы второй-третий класс, как бы. Не пятый класс, а второй-третий. Да, панчиратора. В свое время панчиратора в каком-то провинциальном издательстве таким выходило, ну, на перевод на русский язык, и там был подзаголовок, ну, уже издатели от себя, ну, в качестве, чтобы... Привлечь. Вот. А? Привлечь, да. И там было написано «Панчитантра, сборник индийских басен», в скобках написано «Пособие о том, как выжить среди волков и шакалов». Мы уже прошли, не подставляй рога. Не верь на слово шакал. Для начала не выращивай рога, неси рога для начала. Если тебе не повезло, не верь шакалу. Если ты уже рогатый. Да, если ты уже рогатый, да, то не верь, водичка сладенькая, все здорово, давай сюда ко мне. Следующее слово. Ну уж разобрали. Маджин он маджины. Варам варам. Вот. Снова и снова. Варам это, ну да. Часто говорится панча варам. 5 раз. Даша варам. 9 раз. 10 раз. Это мантру повторяется. Ну почему? Вообще, что-то, какое просто действие? Повторение. Просто варам как-то указание, считает. Да. Варам. Или мантр. Да. Ну, то есть как какого-то действия, любого. Не, ну мантры там мало, я считаю. Малыми, да. Не, ну варама тут просто действие, которое какое-то количество раз выполнено. Варам, варам. Ну да, соответственно, вот как вот это вот удвоение, это варам, варам, снова и снова, варам, варам. Вот. Когда, ну даже в хинди там есть там. Когда они отсчитывают? Нет, 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 в хинди есть песня там вот, про Кришну. Кришна динка намахэ. Гокуле динка намахэ. Бхагаван гомер. Варам варам пранамахэ. Вот, то есть снова и снова пранам, так сказать. Вот. Варам варам пранамахэ. То есть вот эта вот форма, она даже в хинди есть. Ой, можно я спрошу за тебя? Конечно. Что-то я стукнула меня. Когда вот мы общались с многоуважаемым учителем, вот это «х» и «ха» в конце. Вот «х» читаем. Или «ха». Там были вот эти концовки все. Ты намаха или намаха. Это оно, висарга. Да, да. Она немножко с болезнью, да, некоторым заметила, таким придыханием. Да. Ага, иги. Угу, и так далее. Вот, вот, вот так. Призм. А вот, с вот, призмом, да. Да, хороший да, вопрос задала. Смотри, замечала, что когда в середине текста, не в конце шлоки, угу. Где в конце, например, тут было бы ту, и мы бы прочитали джатуху. Да. А когда джатаха. Да. Но в середине са, они как бы его сах, а не добавляют. То есть в середине да. Сах, да, 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 а да, тут да, на конце уже, когда да, в конце предложения, да, да, тогда да. Джатаха да, да, дубликует. Цируется гласная, которая идет после висарги, которая да, перед да, последним да, звуком. Да, да, призвук, призвук, там а вот когда я слышу в некоторых мантрах ведических именно чисто четыре веды, когда вот, mm-hmm. Да, то они ее читают как сосва, и вот, то есть они ее mm-hmm. Как на се как бы заново звучит очень. Да, с да, чем да, это да. Вот связано? Это, о, вот это школы? Это особенности произношения ведийского, и там это все это очень дополнительно там, рассматривается. То есть могут и там так, еще, и так. Да, они, да, да. То еще это и зависит, еще зависит, ну, как бы вот ритм сам этого размера. Куда то есть они еще подгоняют под, звучание, да? Да, под ритм, да. Под ритм. Вот, потому что там есть как бы сильная доля, слабая доля, вот, понижение, повышение, удата, сварит, удата там и так далее. И плюс еще пада, то есть там же ведь есть еще четкий ритм. Да. И если попадает, да. То они ее подгоняют, под, чтобы попало в ритм, да? Да, да, понятно, да. То есть не удивляться.
Да, очень. Почему тут, а почему так? Да, смотрите, призвуки, которые идут из предыдущего слога, они так конечно. Угу. Вот. Хотя иногда бывают, есть как бы особые случаи произношения конкрет, которые там в Шикче описываются, и они вообще просто, вот, есть списки этих особых случаев, которые там называются как бы, пратишакхи, то есть в зависимости от того, там, какая шахи. Вот. И они вот просто списки этих особых случаев произношения где-то. И это тоже все наизусть. Ну, как слово исключение, допустим, да. Одной жизни, короче, не хватит. Нормально. Я в свое время с одним там Шрути Дхарой познакомился, вообще, который там как бы все веды там наизусть знал, и там большую часть. Я говорю, как это возможно? Вот. Ну, он так скромненько, так потупив взор, сказал, ну, когда я был помоложе, у меня память получше была. Сейчас уже поздно. Да. Мне уже поздно. Ну, здесь другое. Здесь уже как бы не на механическую память, а на понимание надо ориентироваться. Да. Поздновато тебе механикой заниматься. Да. Механика вообще не для меня, я уже старенькая. Механика, я уж так подумать. Вот. А то, знаете, как говорится, превращаться в живой магнитофон тоже как-то. Не хочется. Дальше. Угу. Так, варам-варам, снова и снова, да. Джале антагаманам, то есть выхождение из воды снова и снова, багирагаманам, и также наружу. Вот если внутрь, вхождение внутрь и выхождение наружу, да, багир. Погружаясь и всплывая. Да, снова там, и снова. Поднимаясь. Да, варам-варам, это снова и снова, еще раз и еще раз, вот так вот. Еще раз. Одним словом сказал, бултыхался там. Бултыхался, да. Хорошее слово. Образно. Вот видите, да, и дальше вот. Асакрит, оно бхуя, анека варам. Вот тоже, то есть как-то не единожды раз. Следующее слово. Сокрыт – это неизменное слово авья и бала, которое неизменяемое. Напиши авья. Да. Точка. Сокрыт. Сокрыт один раз, а сокрыт – многожды. Не один раз. Не единожды. Я уже русский забыла. Нормально. Единожды. Ты еще пишешь отдельные буквы, уже знаешь еще? Кириллицу. Да. Да. Вот. Ну и же асакрит, вот, собственно говоря, к нему синоним анека. Анека, то есть не один раз. Анека. Не один варам, да. Анека. Анека, да. Вот. Всегда, когда... Да, всегда, когда слово начинается на гласную, а как отрицательная приставка переходит в ан. Анека. Чтобы не сливаться с анхи. Да. Как в английском языке. Да? Как в английском языке, как в греческом языке, там, так далее. Ну, вот мы сегодня слово разбирали, ануттара, да, то есть ануттара, да, ануттара. Вы видите, что не слились. Да. Потому что уттара, ануттара, анека варам. Многократно, не один раз погружался снова. Дальше. Так, анеквар. Ну тогда это мы просто парихитая. Аньешам, то есть для других лабгая. Ну, то есть ради обретения чего-то там другими. Вот. Для пользы. А какие есть слова для другого вообще в санскрите? Итарам,
Анья, пара. Вот. Ну и хорош. И хорош, три. Там, да. Можно еще так. Справа в скобок записали? Записали. Последние два. А можно перевести для блага других? Да, 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 конечно. Благо, хитая. Сарва бхута хитера тага. Вот, в Бхагавад-гите сказано, что вот, вот этот вот самый бхакта, вот, он занят благом всех живых существ. Сарва бхута хитера. То есть ради гиты, ради блага живых существ он действует, занят. Действиями на благо всех живых существ. Сарва бхута хитера таха. Здесь парахита, то есть вот, ради другого, чужого, иного. Так вот, как, тоже как проверочное слово, так и бы парастри там, или парайошит. Чужая жена, иная, другая жена. Паракия бава, да, там. Паракия бава – это вот, вот состояние вот этой самой интриги, когда, вот, вот как говорится, к чужой жене там человек. Налево. Налево, да, да, да. Состояние налево. Да, паракия, да. Состояние налево. Вот. Есть надежда. Так а что, если чужая жена, так не хотишь. Мы будем, то есть совсем нельзя чужую жену хотеть. А если я все время себе говорю, не хоти, не хоти, это тоже я не думаю, да? А параматман это как бы выше или. Да, это выше, выше, выше. То есть не чужая жена, да? Да, да. Иной. Иной в смысле такой вот качественно иной. Это одно и то же слово. Что другая жена, что выше. Ну нет, нет, нет. Ну это по созвучию, но иной в смысле вот. Таком. Нет, в смысле, как бы парочка, конечно, одинаковая. Выше качества. Угу. Парочка-то одинаковая, да. Парочка, пара. Вот. Вот. Здесь, да, выше и иной, в смысле, вот принципиально иной. Отличающийся по качеству. По качеству, да, угу. Там, парадно. Да, за пределы. Жена отличается по качеству. Жена скорее по качеству она вряд ли так сильно отличается. Ну, какая разница, есть с золотой тарелки или с деревянной? В принципе, еда-то останется то же самое. А вот брак у нас скорее вот такие. А вот тут да, тут будет другая история. Он так не клеится вроде. Последняя? Еще две. Ятамана. Ятамана. Проятна шида. Ну, то есть как бы шила. Шила одно из значений слова шила, значит, камень. Шило. Есть даже специальный глагол деноминативный, когда от слова камень делается глагол бросать камень. То есть вы понимаете, да, что есть слово Google, можно загуглить. Вот то же самое есть камень, а можно закаменить. То есть кинуть камень. Можно кинуть маленьким камнем. Отдельный глагол для кидания маленького камня. А вот. Можно забанить. Есть бана, можно забанить. Вот. Ну и шило это также вот, вот шило в таком тут на. Значение еще вот, вот камень в смысле, вот есть вот, в буддизме есть понятие шила, да, дисциплина, вот, так сказать, такой типа стойкость? Да, стойкость, так, как кремень, да, и вот там целые списки вот этих шил, как бы признаков благонравия там, ну, закрепленных таких качеств, да, 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 и вот там, там, вот те же самые ямы и не ямы, это тоже шила. Краеугольные камни. Да, краеугольные камни. В буддизме их там больше, вот как бы в вирушаваизме там их 64 насчитывается. Шилы. Вот. Ну, там все такое. Туда нельзя, сюда нельзя. Да нет, там, в общем, как бы достаточно много, много, ну. Ну, например, там вот, как бы, вот, верность там жене, там, сейчас уже не помню, как она называется. Но подразумевается, что целомудрие, ну, как бы расшифровывается, в чем, а что там. Что значит это? Да, что это что значит. Да, 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 да. Как бы там целомудрие до брака, верность в и верность в браке, и все. И больше никаких там, как говорится. Отклонений нет. Да, никаких отклонений, все это. Допустимостей. Все остальное это уже чисто взаимоотношения двух людей. И вот, то есть как бы не регламентируется никакая.
На какой половине кровати спать, это как бы не прописано. Да, 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 да. И вот это шило. Каким образом? А будешь кто... соблюдать целомудрие? Это принцип брахмачари? Ну, нет, нет, там, там к семейной жизни, там грехаство. Верность, верность, забыла, выскочила из головы, слово, надо посмотреть. Вот. Так, ятаманага. И вот, то есть, проятно шило, то есть, да. Да, то есть, стойкость такой в усилии, упор, упоротость, да, такое. Проятно? Ну, нет, ну, проятно это усилие, что шило, упоротость. Каменное усилие. Да, такой каменный. Головой об камень. Да, да, да. Об стенку. Об стенку, да. Или грызть камни. Вот, и виралага, множественное число, заметьте, да. Альпа санкьякага, то есть недостаточного число, количество, санкья, число, да, считать, перечислять, санкья. Альпа, недостаточно, недостаточно, мало, мало число. Малое в смысле, не в смысле размера, альпа, вот в смысле количество, малое количество. Ну хотя нет, может быть, не малое размер. Да, альпа-прана, такое как бы слабое дыхание. То есть это для исчисляемых и неисчисляемых подходит тоже. Да, 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 да. Альпа-прана, вот слабое дыхание, то есть недостаточное дыхание. Со словами разобрались. Теперь я хочу, чтобы Олег вам расшифровал 5 вопросов по тексту. У нас ЕГЭ. Прошу. Да? Санскритское ЕГЭ. Что, подергиваешься? До 2 июля. Никаких ЕГЭ? Нет, каждый день почти ЕГЭ. Буду жить там. Что такое прашна, Олег? Прашна. Вопрос. Прашна уттара. Вопрос-ответ. Прашна. Какие бывают прашны? В смысле? Ну, название трактатов и вообще... Ну вот прашна... И что-то крутится, был такой текст. Но он, правда, не санскритский, он на английском, но как бы с санскритским подзаголовком. Там называлось «Шивена Саханартанам», «Танец Шивы». Вот. Хинду, да, там, хинду прашноттарам, вот, то есть, как бы, хиндуистский катехизис, там, нава-хинду прашноттарам, вот, то есть, катехизис индуизма, ну, а на английском так называлось, танец Шивы, современный катехизис индуизма, можно... От какого корня нибудь? Прашна? Нава. Прач. Итак, поехали. Прашна. Бхалукага ким сампадаяти сма. Есть какое-нибудь непонятное слово здесь? Можно по-другому? Есть какое-нибудь понятное слово? Сма. Что такое сма? Давайте, у вас есть словарь Кудрявский? Пожалуйста, Любовь, найди Кудрявский. Кудрявский? Нет, сма – это частичка, которая обозначает прошедшее время. Находим Кудрявский. Будем использовать Кудрявский. Чего желаю всем. То есть для тех, кто бывает в путешествиях, ну, те, которые достаточно ко мне, скажем, близки, я им всем могу выдать файлы. То есть, конечно, не обязательно в путешествии на Бали брать с собой все 12 книг. Можно взять всего лишь 9, остальные 2 я выдам в виде файлов. Понятно, да? Просто спросите меня, я их не выкладываю, но вам-то я... А когда мы на Бали-то едем? Это второй вопрос нашей повестки. Мы, конечно, первый не решили. СМА нету. Нету СМА? КНАУР, значит, есть. Смар только и все. Значит, есть КНАУР. КНАУР есть. КНАУР – это наш Библия. Это наш катехизис. Немножко тяжело брать на Бали, просто я вот уточняю. Тогда не надо ехать на Бали. На Бали, на Бали после Новосибирска. Ну вот, оставайся здесь. Да я так и думала, что это кончится. Я так и предполагала, что это СМА. Частица,
настоящий. Непал, да, надо будет, Олег, поехать на всемирную конференцию санскритологов. Если вовремя подадим доклад, прийти, то Непал. И не ту нашла еще при этом, подожди. Ну, через там, не знаю, 3-6, не знаю, какая разница. А оно там постоянно в каких-то таких местах. Разных, в этом году вообще там в Австралии, по-моему. Нет, в Канаде, в Австралии будет в следующий раз. Ага. Но в Австралии дорого, я не знаю, плечу ли я. А вот Непал можно было посмотреться. Там сейчас так не что готовым докладывать. Любовь. СМА – выразительная частица, придающая настоящее время настоящему времени значение прошедшего. Да. СМА – эпически иногда СМАС. Записали номер страницы из Кнауэра? 283. Второе значение сверху. Правый столбец. Отлично. Погружаемся в вопросы. Строчки не вырастают. Итак, задавать вопросы Олегу. Он же не может пояснять все, он же не понимает, что вы не понимаете. Задавайте вопросы, будьте смелее, как будто бы я не знаю. Ким, что? Что? Ким, что? А говорит, что ничего не понятно. Сампада, такая нога, какая она сампада? Не, не, нет, это глагол. Дьяти, это же у нас яти. Сампад. То есть видите, на что обращает внимание Олег? Он не смотрит на приставку, он смотрит на окончание сперва. Да, да. А что он, на что Олег смотрит, кроме окончания? Он смотрит на суффикс перед. Я, перед. Там просто перед сначала окончание, потом увидим суффикс. Да. Сампад. Это уже такие абстрактные. На самом деле, вот Наташа рисует схему, и я хотел бы, чтобы вы все рисовали школьную схему у себя. На самом деле, я бы хотел, чтобы все пользовались базовыми схемами. Не надо изобретать велосипед, все это давно изобретено. Просто вы этим не пользуетесь, и совершенно зря. Совершенно зря. Чем проще, тем лучше. Но должно быть схематично. Понимаете, Олег же тоже не за один день стал Олегом, потребовалось целую неделю уже. Вот, поэтому. Мне кажется, тут должны быть заранее данные. Да. То есть дело в его маме и папе, которые он озвучил чуть раньше, да? Чуть раньше была озвучена мама и папа, у него такие своеобразные прозвучали, да? Да. Итак, дальше, что еще понятно? Что видно? Озвучивайте, не молчите, как рыба. На уровне нету. Сампад. Сампад ищем, да? Сампад. Что такое сампад? Есть в словаре отдельно с долгой А, ПАД, есть? Смотреть, а вообще надо нам с долгой А? Вопрос. Надо ли? Сперва ищем, а потом поймем, надо ли. А может быть там суффикс А? Что значит суффикс А? Ну суффикс А в каком? Внутри корня? Вряд ли. Но это, скажем так, базовая ступень корня или это какая-то, может быть, видоизмененная? Это вот Ольга сказала, но никто не услышал. В ретхировании это может быть. В каких глагольных формах бывает ретхирование? В таких случаях я вас отсылаю к конспекту Залезняка. Очень плохо, что никто из вас не взял с собой его. А я его видел где-то. Вообще-то я вам советую его иметь в виде распечатки. Просто вот где бы вы ни были, с какими бы 5 книгами вы не выходили из дома, то вложите туда конспект. Он занимает 20 страниц. То есть если с двух сторон, это на самом деле ничего не занимает. Конспект Залезняка всегда должен быть с вами. Кроме туалета. В всех остальных жизненных ситуациях не рассматривается ситуация, что я вам звоню, например, спрашиваю, а вы не отвечаете мне по номеру страницы из конспекта. Да, они говорят, что без него нельзя выходить из дома. Итак, в каких глагольных формах у нас встречается в ритхи, в корни, суффикс «я» и какие здесь окончания, первичные или вторичные? У кого есть шпора? Где учебники Кочергина первичные и вторичные личные окончания? На какой странице, какое занятие? Сейчас зайдете и пройдете. На следующей неделе переводим уже, вот, Олег программу заозвучил уже. Это со следующей недели, что ли? Конечно, а ты что думаешь, ждать что ли будем, что ли, какого-то? Мы ждали 20 лет. Летом каникулы не было? Да? Это первичное, третье лицо. Первичное? Первичные, личные, глагольные окончания. В каком занятии Кочергиной? Некоторые из вас уже держали этот учебник в руках. Сам начало. Первичное, сам начало. Give it to me.
Так это восьмое занятие. Да? Да. Первичное, личное окончание. Да. Я, да? Ты. 57 страница. Да, 57. 57 страница. И тут видим первичное, личное окончание. Жене глаголов настоящего. Но если здесь предхит... Кто-то умрет, то ты уже... Что, здесь есть предхит? А все остальные ситуации меня сейчас мало волнует. Мне кажется, у нас в этом... Оно где-то растягивается, но, по-моему, дальше. Первичные, вторичные глагольные окончания. Где наверное, можно найти? Екатерина. Где? В конце. Ты заканчиваешь учебник Кочергина. Иногда ты открывал эту страницу? Да, бывало, бывало. Можно я? Сам. Вот первичные личные окончания. В каком занятии? Вот вторичные. Занятие 8, страница 57. Открываем. Да. В этом слове встречаются какие? В нашем слове. Первичные или вторичные? Вторичное личное окончание, суффикс «я», корень в ритхе. Схема нарисована? Так, сам. Приставка «сам». Приставка «корень». В каких глагольных формах суффикс «я»? У нас в конце «кнауэра» есть индекс, то есть указатель и корней, и суффиксов всего на свете. Мы ищем корень «я». Корень «я» есть, но не в этом слове. В этом слове есть корень, предположительно, «пад». Мы ищем суффикс «я». Суффиксы бывают, собственно, в индексе к кнауэру из тех книг, что на столе. Любовь моя. Вот кнауэр слева от тебя. Познакомься с владельцем словаря. Да, это здорово, но вы как будто бы вот незнакомый с индексом. Указатель. Вы должны найти указатель. Интересно, как можно заниматься санскритом, не зная кнауэра? Вы должны найти суффикс. Там есть индекс, любовь моя. Я что-то зачиталась к науэру. Я понимаю. Я слышала последние 15 минут. Хорошо, если 15. А, индекс — это последняя история про грамматику. Индекс — это указатель. В хороших грамматиках встречается указатель в конце. В конце. Только не в самом конце. Ну да, ищите по оглавлению. Может, так быстрее. Ага, индекс. Индекс. Смотрите, индекс. Я почту знаю. Почта, индекс. А, нашла. 287 кнауэр. Да. Я знаю, что я — это этот, как его, оптатив. Допустим, у я бывает значение оптатива. Если мы об этом говорим, если я вписалась. Какие бывают я? Уже не вписаться. Ищем в кнауэре, есть указатель. В указателе есть суффикс. То есть есть я. А еще четвертый. Ищем, проверяем. Он отсылает к номерам параграфов. Не к номерам страниц, а к номерам параграфов. Что, примета четвертого класса. Примета. Четвертый класс еще с суффиксом «я» тоже обратно. Корень «пад» какого класса? Кто нашел уже? Андрей. Я не нашел. Ну, у тебя есть словарь? Словарь есть. Воспользуйся им. Падать. А какой класс? Падать. Не знаю, какой класс. Очень... Скобочка должна быть написана. Падать. Пад. Есть слово. Пад. Нога-шаг. Но это получается как существительное. А как глагол задается здесь? А, это первый. Первый Пада. Класс. Первый класс. Первый. Следовательно, примета четвертого класса не здесь подходит. Не подходит. Значит, записали? Пишем. Это не четвертое. То, чего не подходит, тоже записываем. Да, то есть не только то, что подходит. Это все-таки первый, да? Первый так. Класс. Значит, мы выяснили, что пада. Потому это что не будет пи, это будет четвертый класс. Пия, например, тогда.
То есть это не четвертый класс, потому что и вообще-то это первый. Эти, надо записывать все шаги, которые нас приводили никуда тоже, потому что этот суффикс очень часто встречается. То есть суффикс «я». Чтобы найти правильное, получается, нужно отместить неправильное. Да. Да. И мы выяснили, что это не четвертый класс. Что же тогда это за суффикс? Во-первых, это не четвертый класс. Да. Во-первых. Так как это у нас сильная форма, то это у нас то есть сильная форма не суффикса «я», «я» всегда «я», форма, а сильная форма корня, перед корня, суффиксом, да, у корня. Да, да. Сильная основа. Соответственно, сильная основа, мы понимаем, говори, что Дай. Это так. А подаяти это будет либо мужской, либо средний род, локотип, сингулярный логотип от подаяти. То есть, подожди, зачем локативус? Это же глагол. Мы ищем форму глагола. Подожди, зачем ты начал локативо? Даяна предположила, что это каузатив. Итак, открываем в Кнауэре, у нас 4 «я». А глагольного корня «пан». Да про корень никто не сомневается. Вопрос в том, чтобы понять, кто такой «я». Ищем. У нас в указателе к Кнауэру есть 4 «я». Первый отмели. Дальше идем. Есть уже предположение, что это каузатив. То есть есть в русском языке глагол «пить», а есть глагол «поить», «спаивать», то есть принудительно заставить пить. То же самое в санскрите. Можно падать, а можно толкнуть. Действие, направленное на кого-то или на быть себя. Упадаем. Да. Понятно? Да. Направленное на себя действие или действие, направленное на другого. Угу. И то, и то, да, равнозначно. Кормить и есть. Я тебя кормлю, а сама я ем. Да. Вот это разные глаголы, направленные действия. По сути, одно и то же принимать пищу. Но сама я ем, а тебя кормлю. Действующий страдатель, действительно страдатель. Кто гуджает, ты чай его, да? Кто кормит и кто... И кто жрет? Нам вас не хватает. Ты вкушающий. Нам не хватает. Итак, значит, первый я отмели. Дальше. Какие еще бывают «я» в санскрите в виде суффикса? Аптатив. Ну, он в Кнауре есть? Желаемый. Проверяем. Кнаур – это Библия. Грамматика санскритская, написанная немцем, не может чего-то пропустить. Там есть все. Достигать, доставаться, сбываться, оказываться верным. Потому что это будет равняться, сам – это равно «упа». А упа-пан это будет достигать ситуации. Хорошо, но пока нас интересует суффикс «я». Это каузатив. Это предположение. Мы теперь проверяем эту твою гипотезу, исходя из указателя Кнауэра. Видите, какой есть весь вариант? Вы поняли, что сделала Даяна? Я давно потеряла мысль. Рассказывай, что делала ты. Я нашла на странице. Открываем 283 Кнауэра. Что-нибудь открываем, в общем. 238 страница Кнауэра, глагольный корень «пад». Номер один, где написано «пад». И там написано вот «пф», и там написано «ц точка». «Ц точка» – это каузатив. И написано «падаяти». Понятно? Да. То есть можно пойти разными путями. Не обязательно 3 часа тупо смотреть на непонятное слово. Надо двигаться в разные вот стороны. Если просто пад и каузатив, то будет «гудбить». А если с приставкой «сам», то будет значение, как достигать, доставаться, сбываться и оказываться верным. Хорошо. Даяна пошла путем словаря. Но пойдем путем суффикса. Возвращаемся к нашим баранам. Первый «я» мы отмели. Второй «я». Вот ищем, вот у нас есть Кнауэр, указатель, сколько там вариантов «я», какие параграфы упоминаются. Выпишите их номера и проверяйте. И вот тип «под я», вот, например, если с «я». На какой странице, какой параграф? 238, там же это словарная статья. Не, подожди. Нет, это я просто говорю, словарь. Ты пошел путем словаря. Это один из словарь, возможных, да, хороших путей, но не единственный. Да, ты должна уметь разными путями достигать одно и то же. Сколько есть суффиксов в санскрите? Вот Кнауэр 4. Ну да. 4 класс глагола не подходит. Вот не 4 класс. Что дальше? Итак, какой параграф или какую страницу Кнауэра вы сейчас открываете? Так, давайте тогда идти. Хорошо, суффикс «я». Еще, например, у нас есть у будущего времени. Отлично. Это в смысле какой параграф в Кнауэре?
Это у нас 202-й параграф или страница? Нет, 202-й параграф, 86-я страница. Где мы открываем видим, 86-ю страницу Кнауэра. Что у нас суффикс «я» представляется к среднему и нередко к сильному, что тоже тут представлено. То есть, возможно, а окончания какие там, первичные или вторичные? А вот и дальше мы смотрим исходный переход, так слабый вид корень, сейчас, секунду. Ты всегда хочешь и суффикс сказать, «я» представляется к среднему, суффикс «так», окончание. Акузатив. Суффикс «так». Говори, Даня. Я хотела сказать то, что пад – это глагол 4 класса, и оно, как если брать парадигму всех склонений, склоняется, как, например, подъяте. Да? То есть идут и перфекции, а подъята и так далее, и так далее. То есть, и что это нам дает? Оно везде присутствует, так что тут надо еще… Подождите, снова подсказка. Пошла путем словаря. Опять же нет, словаря, говорю, да. Нет, я говорю то, что в каузативе подсказка, то, что вот этот пад, оно увеличивает. Разумеется, но ты это все путем словаря. Ты идешь путем готовой формы. И что? В жизни не бывает одного пути. А у тебя нет такого словаря, где у тебя есть, да, например, просто слово, корень, все, и ты должна с помощью него распознать. Вот я сейчас в Бюллере поищу, как это делается. Итак, суффикс «я» в Кнауэре имеет какие значения? Какие грамматические отсылки? Каузатив. Кроме каузатива. Покажи, причастие. Покажи указатель. Вот дай сейчас Олегу, просто дай, пожалуйста, ему. Вот просто я. Там есть суффикс. Я хочу сказать. Вот. Олегу. Какая страница? Можно почитать? Вот. Можно, можно. Читай. 202. Где у нас я? Если глагольный корень и предпоследний звук краткое «а», то оно удлиняется в ритхе. Например, «пад», «падаяти». И прибавляется, присоединяется «а я» в частице. То есть, например, вот глагольный корень «пад», и образуется па, то есть длинная а, первая па, да, яти, и вспомогательное вот это, ну, присоединяется а я. И потом окончание вот этого третьего лицо сингуларис и па, да, яти. И то же самое па, то есть увеличивается а, па, потом череда а я, классно. Потом потом прибавляем а я и вот па, да, яти. И ти это окончание третьего лица сингуларис. Это способ образования по Бюллеру 18 урок. А в учебнике Кочергиной каузатив описан в каком занятии? Еще. Светлана, в каком? Каузативные глаголы. Занятие 35. 35. 245. Открываем 35 занятие в учебнике Кочергиной. 244 страницы. И проникаемся каузативом. Даяна читает вслух. Да, Почитать? Да, пожалуйста, Ирина. Каузативные глаголы. Каузативные глаголы. 244. Каузативные глаголы – это производные от глагольных корней, выражающие действия, которому кто-то что-то понуждается. Поэтому каузативные глаголы называются еще понудительными. При образовании конструкции с каузативными глаголами вводится новый субъект действия, а исходное подлежащее занимает место дополнения. Какая у нас там схема дается? Корень плюс а я. Записали? То есть мы идем из конца. То есть видите, Ирина, когда начинала, говорит сам. И так иногда вы это делаете. Берете приставку и ищете какой-то корень внутри приставки. А приставки надо запомнить, это хорошо. Но начинать надо с конца разговора. А я на самом деле это такое же изменение, как когда изменяется глагол 10 класса. То есть мне бы хотелось, чтобы результатом нашей встречи, по крайней мере, у любви появилась бы шпора на я. Какие бывают я? Какие бывают ложные, что дает такая я? Какие формы образуются с помощью я? Потому что я будет много, и если каждый раз будете так ковырять, то в общем это никогда не переведете, не дойдете до конца первой базы. Не узнаем, что это шакал и козла. Что, Олег, первое слово какое тут? Вопросов у нас. Вопросов. У нас первое слово. Хотелось бы все-таки вопрос узнать какой-то. Первый вопрос.
ты зачитал все, вопросы, все слова, кроме первого. Угу. Балука. Балука. А они думают, что у них в словаре просто нет слов, поэтому они даже боятся проверить. Есть, должно быть. А, пошли искать. Ну, вот не буду подсказывать, сами. Ищите. Видите, как все строго стало? Была лафа? Это вы нам все испортили. Это вы нам все испортили. Лафа закончилась. А мы сейчас найдем. Конечно. Лафа не может быть бесконечной. Вторую человеческую могу посмотреть, и там был этот балун, который медведь, но это же не он. Ну, блин. Тепло, да? Да. Тепло, тепло. Главное тыкать пальцем. Ну, балу быть. Это все-таки это хинзи. Не со всех нас. То есть так же, как и акела. Да, вот я и подумал, почему киплинг так странно. А это хиндизированные имена. Вот, акела значит одиночек. Один. Якобы. Нашли? Тут нету. Немножко по-другому. То есть мультфильмы и оригинальный Киплинг отличаются. Потому что Акела, она самка. Почему она изжалилась над этим лягушонком? Она вообще как бы такая вот была одновременно вожаком стаи и одна она. Акела промахнулась. Это меняет дело. Это совсем, быть, совсем все. Скандальная статья о феминизме. Да, да, да. Вещи Киплинга. Вот эта вещь. А вот, то есть так же, как Багира, наоборот, самец. В каком-то мультике Багира он был, да. Да, да, да. Кстати, тогда у меня конфликт такой был в сознании. Всю дуальность в голове. Не разделяй на мужское и женское. Ну, соответственно, имя происходит от санскритского «виагра». Здесь нету бутылки. Тигр. В Клауре нету? Я не знаю, что у них кудрявских. Как? Нету. Сейчас. Это мы погрешили. Багра. Ну, мы погрешили, здесь точно его нету. Здесь тоже кудрявского. Огромное количество существует синонимов для льва и... Все, что не лев, то дикая кошка, все тигр. То есть гепард, леопард, пума, пантера, все это будет тигр. Все тигр. Да. Ну, не существовало научной классификации видов Линнея. Вот. А синонимов для льва там два десятка, не меньше. А что, кто-нибудь нашел? Собака. И бывают очень даже такие кудрявые, которые даже не сразу поймешь, что они обозначают. Вот панчемуха, там, петелинки. Собака. Или наоборот, разинута пастой, в которой пасть широко разинута. Здесь еще такой даже намек, на самом деле, что у которого пасть разинута, еще и намек на махакал. На самом деле, Шива как махакал. Возвращаться. Да, много лики, да? Нет, не много лики, а пасть, у которой, да, разинутая пасть. При этом говорят, что в этой пасте 365 зубов и 4 клыка. Вот 4 клыка – это точки зимнего, ну, солнцестояния, равноденствия, там, так далее. И 365 дней. Итак, полностью весь вопрос звучит как и переводится? Я не знаю. Ага. Не устали же. А, может это шакал? Может это не собака, а шакал? Может шакал? Не собака, а шакал? Может это второе название для... Ну что случилось с ним? Куда он попал-то? Шакал? Шакал? Да. То есть это первое слово, это шакал? Ну да. То есть это собака и шакал? Куда попал шакал? Да. Что с ним произошло? Что конкретно, да? Это вопрос. Что произошло с шакалом? Прошедшим. Олег, прочитай, пожалуйста, выразительный вопрос. Она не может, она не понимает, когда ей просто задают, и выразительность не общается. Балукагаким
Сампадая тисьма. Это меня дело. Я хочу воспользоваться помощью зала. Нет, нет, ты можешь сама наконец-то пройти то место в тексте, которое описывает, собственно. Да. А, хорошо, хорошо, я его нашла. Кадачит касчит халуках кенапи нарена сакхям сампадаяти сма. Олег принимает ответ? Угу. Да. Второй вопрос. Так, второй вопрос. Хорошо. Тау кутра упавиша там. Ты нашел другой текст. Вопрос по другому тексту. Да? Да. Вроде к этому? Нет, нет. Ну тут видно, люди тут какие-то. Мы следующий вопрос не разобрали. Нарость я как-то. Ты у нас сообразительный свой вопрос. А ты все равно пусть отвечает. Пусть переводит вопрос. То есть 40 минут пускай переводит. Нет, там все понятно. Там вот это Адха, Тау, Бхау, Ване, Самачаратам. Угу. Еще раз можно? Кутра – это где? Вот, и там говорится, что и ответ эти, в лесу будет. В лесу, да, ване. Эти двое. Адха тау упхау ване самачаратам. Второе предложение. Да, это где? Кутра – где? И ответ в этом предложении – ване, в лесу. Угу. Тау – эти двое. А, ну тогда вопрос только к тексту. Эти двое в лесу, может быть, озеро было, и там двое шакалы, козел. Не, а тут просто к другому тексту вопрос. Это к другому тексту, к следующему, 14. Да. Они в лесу, а как он что-то попал в лесу? Да, тут катха, кто тут, шакал и человек. Вот. Балукасия на расичи катха. Сейчас выдадим правильный вопрос. Это было на сообразительность. То есть, получается, это был неправильный ответ? Нет, это был неправильный вопрос. А, ну тогда извиняйте. Но я ответила все равно, ей все равно на что отвечать. Да, но она ответила правильно. Я кинул список вопросов в чат. Сейчас я увеличу. Всем видны вопросы? Естественно. Да. Да, да. Видно? А, да, второй. Олег. Сакутран я пота. Вот вопрос. Вот. Ближе к телу. Куда тело упало? Сакутран, куда тело упало? Тело упало. Вот. Да. Куда это тело упало? Вот сейчас садись, где-то сидел. Ага. Итак, Олег озвучивает другие вопросы. Да. Другая серия вопросов. Да. Хорошо, что это всплыло на втором вопросе. А не на пятом. Ведь могло быть на пятом. А ведь отвечали бы? Отвечали бы? Это вообще просто великолепно. Шригалага кутрагата. Да. Куда? Ну, Екатерина отвечает. Куда упал? Куда упал? Куда упал? Вон. Джале. 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 Дальше. Олег, угу. Есть вопрос? Так, третий вопрос по списку. Аджах там кима причхата? Аджах там ким апричхата? Ирина, что? Виден ли вопрос? Да. Понятны ли слова? Да. Аджах – козел, да? Этот аджах тоже, да? Да. Там. Ким – что? Да, там – ким – что? Его. Что козел, так, а что такое? Его, там, ага, его. То есть его. Аджах – его, этого его. Самого шакала. Ага. Ким апричхата? Спросил. Да. О чем? Что он спросил? А вкусная ли водичка? Да? Да. Найдем предложение вкусная ли водичка. И видим. А пичалам матхура. Подходит. Подходит. Вода нам матхура.
Джамбука. Джамбука пошел этот. Прекрасно. Джамбука Ким. Пратьява. Да. Пратьява, да. Что отвечал? Да? Что отвечал? Ответил. А что я говорит, могу сказать по этому поводу? Имперфект. Да. Мадехурам ити ким водами. Этот кивалом юша. Ты отвечаешь просто на вопрос? Оригинально. Такой диалог. Ну, да, он его что спросил. Да. Что могу сказать? Это он оригинальный. Это он такой, это такой у нас шакал. Оригинальный. Любил поговорить. Не настолько сильно тонул, что вступил в такую дискуссию. Как там тебе рассказать про водичку? Хотел бы утонуть? Сплошь и рядом. Да. Это сплошь и рядом. Все, вопросов больше нет? Да, все, четыре вопроса. Когда вы победили? Тут кого? Басни. Вы можете сказать спасибо Олегу. Да, Олег, спасибо. Очень было интересно. Спасибо. По мере сил. Я думаю, мы можем сфоткаться и потихоньку расслабиться. И чуть ли не завершить наше сегодняшнее обсуждение. Вместе куда-нибудь пойти. Да, все-таки да. Ура! Победа над санскритом, вы сделали это. Мы можем повторить через год. Отличное предложение. Надеемся, что может быть и раньше. Если бы не в мае и не в июне был вообще. Это в мае. Это всегда будет привязано к дограф, потому что я в Петербург без дограф, у меня мало интересов. Всегда конец мая, да? Середина мая. Дограф в этом году чрезвычайно много участников. Чувствуется, что замена Торчиновским чтением. Торчиновским чтением благополучно вместе с почили в позе. Вот. По ряду причин, в общем, не от нас зависит, к сожалению. Вот то, что один из организаторов Пакова уже не работает в университете. Финансирования нету, ну и многое-многое-многое другое. Поэтому наши встречи, если они и будут кому-то интересны, в чем я пока не уверен, то они будут обычно в это же время. Можно ли посещать Зоков встречи? Можно ли посещать Зоков встречи? Ну, если заранее об этом озадачиться, не за неделю или не за час, то, конечно, можно. Вот. Пока просто я понял, что очень долго думать. Слишком долго думать. Надо думать за полгода, за год до. А куда заняться? Во-первых, я хочу Веселкову предложить совершенно другую схему ведения всего этого учета. То есть, опять же, анкета. Не каждый пишет лично письмо. Потому что он очень устает от количества писем, которые приходят, на которые надо отвечать. Потом нет. Пожилой человек. Да, ему 75 лет, поэтому зачем он должен заниматься вот этой фигней? Это все делается через анкету. Заполнили анкету, хотим приехать. Это делается за полгода до. То есть уже в декабре вы должны понимать, будете, не будете. Они, у меня тут огород освободился, сейчас детей я отдала, сейчас я хочу заехать на полчасика. Так это не делается. Ты должен освободить огород и детей за полгода. Да. В багажник загрузить одних, значит, запереть в туалет других, в общем, и не перепутать при этом, да. Вот. Организовать лагерь для детей. Рефишируется, да. Зограф, это его фирменный стиль, такой, как бы, без анонсов. Съезжались туда, как бы, весь цвет, который все друг друга знают, который могут там набрать. Которые и так знают, поэтому, в принципе, им нет необходимости в том, чтобы еще кто-то их услышал. Нету потребности. У них нету потребности. Доносить что-то нету задачи. Напрасно нет, но это всегда будет так. Значит, вы ничего не должны. Когда хочется, тогда и делаешь. Когда что-то было сказано, когда для другого, то, в общем-то, немного-то хочется делать, а только тут для себя вам не очень-то хочется. Да не коллективный, каждый, вот тут нету коллективной, каждый за себя. Тогда делается анкета. Вы заполняете анкету, и там хоть 200 полей. Он открыл таблицу, видит, не вопрос. Вот люди хотят. Потому что в зале удобно, помещается от 30 до 50 человек.
Если из анкеты понятно, что, например, на второй день хотят 100 человек, то это физически невозможно, а следовательно, будет ограничение. Понятно? Но это все надо делать заранее, не за неделю до «О-о-о-о-о!» Не надо этих, ну, тяжко все это переносить, не надо это делать. Это все делать можно по-нормальному. Но и вы должны быть немножко более шустрые, вы какие-то немножко такие несонные мухи. Мы не знаем, что... Да мы тут знаем, что... Вы же их не знали. А вы хотели ли вы знать? Все нормально. Все нормально. Хорошо. В марте начинаешь шевелиться, к маю просыпаешься. Да. Что, чтение? Да. Солнце вышло, солнце вышло! Нет, у меня давно оно свистело, потом вот там по мере корректировки я его менял там. Да, но просто твой анонс видит только те, которые тебя знают, а ведь в этой аудитории, возможно, кроме, возможно, Даяны и Ольги, я боюсь, что тебя никто, например, даже не знал. А ты думала? И хорошо, что прячут. Да. Понятно. Потом 200 список человек, другой замкнется. В том-то дело. А в университете таких и нет. Поэтому это целый ряд вопросов. И вопрос не в том, что... Просто когда вот в кунсткамере там было человек 45, она считала, к концу четвертого часа там просто можно было падать уже в обморок. От количества нехватки, то есть отсутствия воздуха. Это же кунсткамера. Да. Поэтому, понимаете? Это все надо делать заранее, за полгода. Шевелиться, интересоваться, а не ждать, что к вам придут и скажут вам это самое пригласительное, дадут руки. Отдыхаем немножко, потом предлагаю сфоткаться.